свет и памяти героических защитников Отечества, перед ветеранами, перед лицом своих товарищей, преподавателей и родителей. Посвящение в кадеты – торжественный день и еще достаточно волнительный. 20 ребят из образовательного центра «Флагман» дали клятву перед своей родиной. Для семиклассниц Дарьи и Алены это стало особым моментом, который они запомнят на всю жизнь. Меня пришли поддержать сестра двоюродная и мама. Это очень волнительное событие. Это незабываемо. В сентябре 2022 года по инициативе директора Алексея Полякова и родителей обучающихся в школе был открыт кадетский класс. С тех пор в жизни ребят постоянно присутствует дисциплина, а каждый кадет отличается честностью и порядочностью. 291 год назад, в 1732 году, в России был открыт первый кадетский класс. И 17 февраля в нашей стране отмечается как праздник День кадет. В ходе обучения семиклассников ждет насыщенная программа. У них будут как общеобразовательные, так и специальные предметы. А военная подготовка поможет закалить характер с юности, уверены преподаватели. В первую половину дня это обычные предметы. Во вторую половину дня это внеурочная деятельность, строевая подготовка, огневая подготовка, курс юного кадета и азбука права. Помимо занятий, ученики кадетского класса активно участвуют в акциях. Например, недавно они собирали гуманитарную помощь для наших бойцов, участвующих в спецоперации. Ведь патриотическое воспитание – важная часть их деятельности. Завершающим аккордом посвящения стали кадетский вальс и гимн кадет. Школьникам вручили удостоверения и значки, а они, в свою очередь, дали клятву на верность Отечеству. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».